Зеркальное производство группы International Pictures представляет. Как прекрасно, что мы нашли себе новый дом. Это правда. Только плохо, что нас с собой в поход не взяли. Ну, зато хотя бы можно телевизор посмотреть в тишине. Ну, это-то, конечно, верно. Здоровая тварюга. Да кто это вообще, кстати, такой? А нам-то почем знать? Это таежный когтезуб. И теперь у нас есть две новости. Давай с хорошей. Да. Они не могут лазать по деревьям и зимой в спячку впадают. А плохая? Они могут ждать добычу сутками. И сегодня 17 июня. Я домой хочу. Ой, да заткнись ты уже. Ну и что нам теперь делать? Постараюсь сейчас что-нибудь придумать. Да поскорее бы уже. Я не собираюсь лететь тут от деревья весь день. Дарси. Да? Я хочу тебя связать. Да? Ты толстая. Не поняла. Ну не то чтобы толстая, вот прям жирная. Слышь, ты оборзел мне такое говорить, ну-ка сюда иди. А ты знала, что храпишь ночью громче паровоза? Так вот откуда были-то эти звуки, я-то вообще всю жизнь думал, это трубы. Ма! Ты обнаглел такое говорить вслух, ты? А еще знала, что с макияжем ты страшнее, чем без него. Вот достану тебя и убью, падла. Хочешь меня убить? Да! Тогда слезь и убей его. Ладно. Но ты следующий. Хорошо. Да! Отлично! Ты что делаешь? Ты зачем дерево грызёшь? Я с тобой не закончила! Помогите! Это было больно. Чисто. Вроде бы он. Ну и куда это он подевался? Эй! Мы принесли то, что требовалось. Ну, наконец-то. А то бы мне пришлось еще столько времени ждать. Ну и где же та самая вещь, благодаря которой мы сегодня этой ночью собрались? Вот. Не подделка. Чистый оригинал. В таком-то случае я вам даю 15 тысяч юнитов. За то, что вы хотя бы принесли эту вещь. Я не понял. Старый, мы о чем договаривались? Ты обещал нам 30 кусков. Да, я вам обещал 30, и вы принесли. И? Но было уже поздно, и мне пришлось уменьшить цену данной сделки. А может быть, хотя бы есть 20 тысяч? Надеюсь, брат, ты согласен? Да. Есть хотя бы 20 тысяч. Так уж и быть, уговорили. Я даю вам 20 тысяч кусков, и вы спокойно проваливаете. Идем, Джек. Идем, Джилл. Сделка состоялась. И скоро Спино поплатится за то, что он сделал в ту ночь. Где я? И что это вообще за странное место? Кто ты? Меня зовут Спино. И я тебя переместил благодаря своему новому чудо-прибору, позволяющему телепортироваться в самые различные вселенные, измерения и прочее. Ясно. Тебя сюда переместил для дружеской битвы, чтобы проверить, насколько же я силен на самом деле. И специально выбрал это пустое измерение. Теперь понял. Но с одним условием. Не используй свое атомное дыхание. Окей. Okay.
я и не знал, что ты настолько силен. Ну, теперь ты можешь быть свободен.